не понимаю, зачем тебе ехать во Флориду? Ты ведь только пережил похороны. Твоя бабушка и я были там каждый год в это время. Мне кажется, мы немного затянули репетицию ужина в пятницу. Я в бешенстве. Я знаю. Дорогой, может, мою машину возьмешь? Мне нужен джип отвезти вино. Садись в эти огромные половые губы, на которых ты приехал, и вали отсюда. Мы едем в Дайтону. Так что, ребят, может быть, подключитесь к нам? Потусите с такими девчонками, как мы? Мы не поедем в Дайтону. Ты прикалываешься надо мной? Бабушкины похороны были позавчера. Она перед смертью сказала, ты должен вернуться в дело. Эй, дедушка. Он назвал тебя дедушкой? Какого? Будь добр, принеси. Ты до этого был на весенних каникулах? Нет. Знаешь, здесь у каждой третьей девушки герпес, даже если этого не видно. Обычно со мной такое не происходит. Правда? А со мной постоянно. Дайтона-Бич! Вы в Дайтона-Бич? Просто проездом. Джейсон! Она тебе не подходит. Если ты женишься на ней, всю жизнь проживешь как лунатик. Как я это вижу? Это наш последний бой. Развлекаемся, пока вы не забеременеете! Это крэк! Я покурил крэк? Да, и типа очень много. Я покурил крэк! Хочу, чтобы ты знал, насколько я благодарен за то, что ты делаешь это для меня. Ты что, разделся? Да, так легче уснуть. О, господи! Я хочу, чтобы ты разорвал мой лифчик, будто это твоя пенсия. А теперь щипай меня, будто пытаешься найти очки. Я нашел их. Я вижу! Лучший подарок, который внук может сделать дедушке, это горяченькая студентка, с которой он хочет заняться незащищенным сексом перед тем, как умрет. Знаешь, большинство дедушек хотят и риску... Или носки?